А ведь некоторые сюжеты я снимаю за символические пожертвования. Да потому что это надо дарить радость, а не засыпаться коммерцией. Сюжет абсолютно свежий. Сюжет в первый гололед. Куда мы за радостью ездим, то? Северная часть Магнитогорска, точнее северо-западная. Склады овощехранилища стали складами счастья и низких цен. В нашем же случае крайне востребованных игрушек по самым низким ценам. Здесь, в Орионе. Да потому что игрушки — это самая благодатная тема. Потому что игрушки созданы для тех, кто еще не знает, что такое кризис и много чего. А вообще лучше детям-то и не знать. А папа и мама не должны знать, что такое кризис. Особенно в отношении с ребенком. И мы вам помогаем. Мы не пиарим большие крутые конторы. Вот сюда на вокзальную приезжаем. В Орионе все покупаем. Много и задешево. И сегодня наша тема — озадачить папу так, чтобы купить много хороших игрушек. Ну и раз мы решили вместе с вами, детишки, замучить папу, маму, бабушку и дедушку, то необходимо обязательно донести до их сведения, что электромобильчик вам к офису необходим. И скажу честно, сделать это лучше всего в Орионе. Потому что даже у конкурентов, которые располагаются здесь же, цены на 1,5-2, а может быть и 3 тысячи рублей дороже. И вот как вот можно папу, маму замучить? Конечно, купить эту штуку, а потом понаблюдать, как папа, мама, бабушка или дедушка будут это все в машину запихивать. Я вчера обратил внимание, как топовый электромобильчик пытались запихнуть в семерку. Просто, ну, ребенку подарили 10 тысяч, и папа решил не купить много всего и сразу, а одну вещь. Было забавно. Ну так вот, в связи с тем, что мой немножко подрастает и уже есть определенные навыки, то есть еще вот такие вещи. Конечно, меня супруга зарежет, но без такого квадроцикла жизни, похоже, в следующем году не будет. Тем более управляется он очень легко. По-правильному. Газ. И поехал. При этом вся эта техника сделана в Беларуси. Очень клевая. А еще иногда папа должен осознавать, что ребенок гораздо умнее его. Я вот купил вот такую штучку. И мы с Алексеем Челейкиным-младшим каждый божий день что-то придумываем новое. Новый конструктор придумал. Вообще, как бы, ну, тут надо понимать, что в отличие от игрушек для взрослых, игрушки для детей не снабжены инструкцией. Поэтому, ну, тут папа должен показать, насколько он умен. Может ли он собрать трак, гараж, ну или еще что-то посложнее. И тогда ты уже доказываешь: сына, я действительно могу многое. Где же такое было в свое время? Да когда же такое было бы? Если бы не Орион. 10 месяцев назад мы сняли первые сюжеты. Каждый месяц делаем эти сюжеты. И теперь уже детишки всего Магнитогорска и пригорода знают, куда надо ехать за игрушками. Из наблюдений этого года я обратил внимание, что детишки за неимением средств у папашки стреляли почему-то из деревяшков. Абсолютно неправильное решение. В Орион приезжаем. Сейчас будет жестко. 130 рублей. Практически АКМ. Ну, чуть-чуть поменьше. Вот. Но пульками может стрелять. Вот, к слову, о пульках. Своему набрал все, что здесь есть. Вот такую винтовку взял тоже. И такое АКС у него есть. Пульки забрал. Но теперь я точно знаю, что войнушки у нас будут в полном арсенале. То есть ребенок сможет быть и снайпером, и офицером спецназа, и там и просто с пистолетами пошатываться. Вот. Ну вот чего я ему не взял. Опять же, папа. Папа должен обязательно сыну объяснить, что такое войнушка. Со всеми ее правилами. То есть с целеуказанием, привязкой к местности и заданием, кому куда бежать. Потому что даже для папы здесь есть полноразмерная настоящая модель дробовика. Вот такая его и вот такая. К сожалению, пока мой сын размерами с этот дробовик, поэтому смотреться будет немножко странно. Я вот пока еще не в курсе, дочки у меня нету, хотелось бы. Ну, чтобы полностью понять, что папа должен испытать все на нам свете.
Так вот, общаюсь я пока только со взрослыми девочками и понимаю, что лучшие друзья девушек — это не бриллианты, а деньги. Вот. И естественно, для тех девочек, которые захотят папе, маме, бабушке, сестренке, взрослой и дедушке вынести мозги, вот, вот этот огромный ассортимент всего здесь, в Орионе. То есть делайте ребеночку подарок, говорите, сегодня берем, ну, допустим, 1000 рублей. 1000 рублей. Такие деньги странные, да? Что мне купить невозможно, ничего практически. Вот, и берем Винксы по Пикси, Лиу, сразу 3 штуки. Вот, и всяких разнообразных там пупсов, стиральных машинок и всего. Если я угадал, Паш, то только в Орион. Но, как показала практика, даже многократное посещение магазина Орион не избавляет папу от визгов, попискиваний и нервных криков, типа, давай мне точно такую же. Говорит, ты вспомни, сын, у тебя дома всего этого есть в 5 раз больше. Но, тем не менее, каждый папа должен понять, что именно посещение магазина Орион – это лучший способ замордовать вашего ребенка. Потому что каждый папа деньги умеет читать и понимает, что рано или поздно, но у вас кончится возможность тратить деньги здесь. Потому что даже обратив внимание на безупречное качество и востребованность этого товара, понимаешь, что где-то имеются границы возможного. Ну и в завершении сегодняшнего сюжета для каждого папы, который умеет кроить. Если ваша дочь вымогает себе полноразмерного ребенка, есть такой, ну где-то ребенок в возрасте 7 месяцев. Дальше. Каждый раз, когда вы заходите в супермаркет, киндер клянчит, ну, к примеру, вот такой мотоцикл. В супермаркете он стоит по 100 рублей дороже. Здесь он стоит 150 рублей. Вот. В мини-маркете вот такие машинки стоят 200 рублей, здесь 75. Так, если вы заходите в гостиный двор там или еще куда-то, вот, и ваш ребенок начинает клиниться от вида вот этих всех адвентюрных приспособлений, то небольшие адвентюрные приспособления, вот палаточки такие, по 700 рублей здесь есть, а я купил за 1500. Так, дальше. Если у вас есть банька, но в баньке нету бассейна, то вот такой небольшой бассейн — это всего 600 рублей. И теперь ваш ребенок перестает вам мозги выносить. Ну и в завершение сюжета, скажем так, пролазил я в интернете в поисках солдафончиков. Помните, в Советском Союзе были замечательные солдафончики. Они были, конечно, такие, ну, стрёмненькие. Вот там, тачанка такая, у тачанки 2 колеса. Вот. Ну, весь набор солдафончиков 240 рублей. Причем, по-моему, таким набором можно целиком всю квартиру заставить. Они в варианте красного и коричневого цветов. То есть 2 армии собраны за 240 рублей. Кошмар! Огромное удовольствие у меня все-таки от посещения магазина Орион. Каждый раз появляется. Ну простите, без этого мультика никак. Да потому что разоряют ваших родителей сотни розничных магазинов и десятки оптовиков. Представляете, дети? Все, без исключения родителей, хотят видеть вас счастливых. Но не у всех деньги есть. Вы их только за это не тираньте. Вы их научите, куда вместе отправиться надо. Это за рынком Зеленый. И на самом поворотном повороте направо. Там через 2 поворота опять направо. И приедете в Орион. Ну, если быть абсолютно честным, то, наверное, к тому моменту, когда моему ребенку исполнится 3 года, если мы еще будем жить в этом государстве, моя квартира будет напоминать небольшой магазин Орион. Потому что каждый месяц я сюда захожу и обязательно трачу несколько тысяч рублей. Да потому что в детстве мне этого не хватало. А сейчас ни мой, ни ваш ребенок не должен быть обделен игрушками. Мы лучше на себе сэкономим, возьмем машинки поскромнее, покушаем зато получше и проведем с нашим замечательным чадом лучшее время в своей жизни. А поможет нам в этом магазин Орион.